Добрый день. Меня зовут Вадим Карелин. Я сейчас, наверное, как и многие, на карантине. И по этой причине вынужден чаще встречаться с самим собой, переосмыслять какие-то вещи и строить планы на будущее. И я сегодня хотел поделиться с вами одной любимой цитатой, к которой сам возвращаюсь периодически. В те моменты, когда надо придумать что-то важное, когда нужно построить планы, когда нужно немножко увидеть будущее. Эта фраза мне всегда помогает отделять главное от второстепенного, отделять то, что ты делаешь, от того, ради чего ты собираешься это делать. Фраза принадлежит Антуану де Сент-Экзюпери. Если ты хочешь построить корабль, то не собирай своих людей, чтобы раздобыть дерево, подготовить инструменты и распределить работу. А научи их тосковать по бесконечным морским просторам. Вот эта потребность видеть ради чего, любить, стремиться к чему-то, что находится за твоими планами, научиться тосковать по дорогому, вечному, прекрасному. Мне кажется, это то, что очень важно нам с вами не забывать. Спасибо.